Женя, еще раз здравствуйте. Значит, вот новую ручку привез, прикрутил ее к мотору 18-му, который у нас идет с ушами под дистанцию. Я специально дверь развернул, чтобы было видно. Вот, с ушами под дистанцию, значит, по ширине она встает нормально. По высоте, то, что мы опасались, точнее я, в принципе, тоже брать удобно. Все, мотор катать, все нормально в этом плане. Единственное... Значит, деревяшка в данном случае широковата, вот здесь вот не полностью, получается, струбцина ложится на трубу. Если на деревяшку, то понятно, она не зажимает, поскольку деревяшка тоненькая. Вот. Я бы, может, предложил в деревяшке делать там, ну, три варианта отверстий, чтобы уже человек сам себе мог выставлять деревяшку на этих отверстиях, как ему будет удобно, под его мотор, чтобы была универсальность. И, может быть... Я бы чуть-чуть укоротил бы вот эту вот часть, чтобы она так сильно не выступала. Ну, не знаю, видимо, из каких-то побуждений, чтобы лучше в багажник вставала. Ну, вот, как вот, чтобы меньше места вот это занимало, можно чуть покороче сделать. Но это я не знаю, это на усмотрение.